Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами совершим марш-бросок по старому заброшенному туристическому маршруту. Конечная точка этого маршрута – скульптура богини Фортуны. Когда-то давным-давно местные жители в эти края приходили для того, чтобы загадать самые сокровенные желания. И они, конечно же, исполнялись. К скульптуре ведут три маршрута. Один из них забросили после того, как там исчезла туристическая группа. Волонтеры очень долго продолжали поиски, но так ничего и не нашли, кроме нескольких вещей, которые принадлежали участникам группы. Короче, ребята, мы с вами пойдем по пути пропавшей группы. Протяженность маршрута составит примерно около 10 километров. И когда мы с вами доберемся до богини Фортуны, каждый из вас сможет загадать желание, и я уверен, все они сбудутся. Кстати, ребят, вот этот лес, который нас сейчас окружает и через который проходит наш маршрут, это единственный в своем роде памятник флоры до ледникового периода, настоящий природный музей под открытым небом. Так что ловите момент, на эти виды когда-то смотрели динозавры. Дорога идет то вверх, то вниз. Сейчас она идет по какому-то ущелью, по которому протекает вот такая вот горная речка. Красота неописуемая. То там, то здесь кричит какое-то зверье. А мы продолжаем идти дальше. Интересно, как здесь меняются времена года. Только что шел, была жара, все зеленое, а здесь все желтое, на деревьях нету листьев. Стоило только куда-то в ущелье спуститься. Но спускаться запарился. Вот здесь, ребята, то место, где расходятся две тропы. Одна старая заброшенная тропа и та, которая сейчас используется туристами. Вон там знаки есть, указатели, куда идет маршрут. Он идет направо, наверх. А старая тропа идет вот в ту сторону. Тоже наверх, в гору, но она заброшена, завалена. А вот здесь вот ребята последний раз их видели, этих туристов. Здесь было место привала, они здесь стояли лагерем. Ночевали перед походом. Очень похоже на то место, где мы живем. Ну, правда, сейчас там сугробы и снега по колено, наверное, уже. Ну, если не по колено, то по щиколотку точно. Вон она идет, старая тропа. Фух, туда нам надо. Дятел где-то долбится.
Ягода какая-то растет тут недалеко от стоянки. Кто знает, что за ягода? И вообще есть можно или нет? Ветки имеют колючки. Как говорится в фильме, эту ягодку есть можно, только отравишься. Ну ладно, я что хотел показать-то. Недалеко от стоянки вот такое старое дерево, поваленное. С характерными старинными надписями. Возможно, эти надписи принадлежали той группе пропавшей. Короче, ребята, передо мной выбор. Либо идти в обход через лес 2,5 километра, либо через кладбище. Но мне не привыкать, поэтому пойдем через кладбище. Здесь какое-то старое кладбище. Заброшенное. От большинства могилок почему-то остались вот такие вот горки только. Но встречаются и старинные вот такие кресты. Это уж явно какой-то прошлый век. Даже позапрошлый, наверное, век. Надпись какая-то осталась. Понятно. Все, выбрался. Говорят, где-то в этих краях водится кавказская гадюка, очень ядовитая. Вот бы, блин, на нее не наткнуться. Кстати, вот эти палки все очень скользкие. Ноги соскальзывают постоянно. Надо быть очень аккуратным. И смотреть во все глаза. Лес современник динозавров. Блин, иду здесь уже час, наверное. А сдвинулся практически метров на 500. Запарился перелазить эти буреломы все. Я так понимаю, это какое-то старинное русло. Непролазная, блин. Такое ощущение, что дорогу постоянно петляет. То от солнца иду, то на солнце иду.
Так, ребята, каньон постепенно перешел вот в такой вот лог. Сменилась, кстати говоря, природа опять. Листьев очень много опавших. Блин, ребята, я точно сбился с пути. Потерял, короче, я тропу. И дело близится к закату. Надо быстрее выбираться. Иначе придется здесь ночью шариться. О, наткнулся, смотрите, на какой шалаш или что это такое. А вон там из камня выложено какое-то костровище. Интересно. Что такое? Поблизости никаких следов присутствия человека нету. А может быть, кстати говоря, это туристическая группа тоже, когда сбилась, здесь оставляла, оставалась на ночлег. И это был их шалаш. Вполне возможно. Но в группе было 4 человека. Для 4 это маленький шалаш. Поэтому вряд ли. Ладно, блин, в какую сторону идти-то? Загадка. Главное, никаких ни троп, ничего ведь нету. Ах, капец. Блин, в горах ночь наступает моментально. Раз и темно. Луна только маленько подсвечивает. Надо фонарь доставать. Короче, я капитально заблудился. Главное, чтобы фонарь не сел. Где дорога-то? Вот, блин, попёрся тоже один. Но с другой стороны, подписчику предложил, он что-то, блин, отказался. Пока еще сильно не похолодало, буду идти. Как начнет холодать капитально, надо будет останавливаться на ночлег, разводить костер. Хорошо, хоть пожрать с собой маленько взял. Ночи теплые. Это хорошо. Блин, вообще тропы нет. Ёкарный бабай. Куда идти-то? А вот здесь вот можно. Да, блин, капец. Маленько оступился и все. И до свидания. Дальше-то куда? О, пещера какая-то. Батарея садится, капец. Надо батареи заменить. О, совсем другое дело с новыми батарейками-то. Сейчас хоть получше видно, что меня окружает.
короче, вроде звуки сзади исчезли. Будем пробовать в пещеру заходить. Я, короче, не понял, то ли в пещере это было звук какой-то, то ли в каньоне. Сейчас только какие-то звуки раздавались. Ладно, будем заходить в пещеру. О! Там точно кто-то шарохается. Капец. Ну ладно, назад дороги походу нет. Сердце сейчас выпрыгнет. О, так это не пещера, это грот. Карстовый грот какой-то. Или туда ход есть. Ну-ка. Походу есть какой-то ход. Ну-ка, посмотрим, что я заметил-то. Остатки костровища тут присутствуют. Подстилка, кстати говоря. Нифига тут еще комната какая. Получается пещера или двухкомнатный грот. Мечта неандертальца. Ходы куда-то какие-то идут. Вроде ничего не видно. О, мышь летучая метнулась. Вон туда он улетел. Интересно. Вот сюда улетела мышь только что летучая. Сквозанула. Сталактиты. Норы какие-то. А, вот. Еще одна мышь летучая, кстати говоря. Интересно, спит себе без горя. Мышка, проснись. Логово Бэтмена прям. Мышка явно просыпаться не хочет. Наверное, в спячку впала. Даже свет ее не беспокоит. Сталактиты висят небольшие. Комарья дофига летает. Здесь что интересно, вот такие вот остатки туристического топчана рулонного, то есть эту штуку ложат под спальные мешки для того, чтобы не холодно было. Еще следы туристов. Я так думаю, что это опять же той же самой группы. Два топчана скручены. Почему они здесь оставили? Возможно, потому что предполагали сюда вернуться. Ну тогда почему не вернулись? Здесь явно место удобное для того, чтобы ночевать. Вот этот вход узкий. Во вторую комнату можно завалить. И спать здесь ни о чем не опасаясь. Ладно, хорошее место для ночлежки. Но я решил, что надо идти дальше. Все, пойдем в первый зал перебираться. По-пластунски надо. Что характерно и бросается сразу в глаза. Здесь
что здесь абсолютно нету никаких следов туристов. Обычно, когда туристы в такие места заходят, всякие надписи везде оставляют. Фух, маленько дыхание хоть перевести. Капец. Ну ладно. О, надписи какие-то. Все-таки есть. Ну, старые какие-то надписи, старинные. Что тут? Жив, что ли? Мы заблудились. Живы, мы заблудились. Ночь не кончается. Капец. Походу, это надписи, короче, туристов. Тех пропавших. Блин, напрягает то, что я-то тоже заблудился. И попал в то место, где они как раз были. Но их-то до сих пор не нашли. Это очень напрягает. Это всюду капает. Здесь остатки костровища. Видимо, здесь они ночевали. Блин, нахер ли делать? Вот что теперь делать? Здесь тупик. Я думал, хоть пещера проходная будет. То есть это сейчас надо тащиться обратно туда, вглубь каньона. А там только что кто-то шарился. Блин, вот влип-то. Ёкарный бабай. И самое говняное то, что я один. Все, короче. Надо завязывать похождение в одиночку. Что остается здесь сидеть, костры жечь? Ладно, потихонечку будем выползать. Хрена тут обрыв. Ладно, двинули дальше. Вроде тишина, никто не шумит. Остановился отдохнуть маленько в каком-то ущелье. Кругом скалы, какие-то лианы, растения свисают. Стало холодать. Скоро надо будет останавливаться для привала, разводить костер. В принципе, вот здесь неплохо. Но я пока еще не сильно устал, поэтому... Наверное, буду двигаться дальше. Но самое главное, впереди, куда я двигаюсь, короче, там опять какие-то звуки. Такое ощущение, что кто-то... Звук похожий на какой-то лай. Ну, лай какой-то с мявканием. В этот раз я на всякий случай от собак захватил электрошокер. Мне его любезно подписчик предоставил. Лучше бы он, конечно, со мной пошел. Ну ладно. Говорят, электрошокер отпугивает собак здорово. Вот он так выглядит. Надеюсь, что сработает при необходимости. Интересная вещь.
засажу кому-нибудь с удовольствием. Ладно, это все лирика. Надо двигаться дальше. Если поблизости кто-нибудь будет лаять или рычать. Блин. Только что, ребят, короче, поскользнулся на каком-то скальном выступе. Очень скользком. Ударился коленом. Ну ладно, не сломал, уже хорошо. Можно идти дальше. Похромаю и перестанет. Всякий раз, когда слышу какие-то непонятные звуки, возникает мысль, за каким хреном я попёрся один сюда. Но мысль-то была успей до заката. Ребята, у меня такое ощущение, что впереди кто-то светит фонарем. Это большая удача, если я кого-то еще встречу. Вон он, огонь. По крайней мере, я спрошу, где тут выход-то на общую тропу до этой богини Фортуны. Блин, тут ноги можно переломать. Торопиться нельзя. Главное, чтобы этот кто-то не ушел. Блин. Капец. Блин, опять сзади кто-то шарится. Или просто что-то капает. Из-за этого такое ощущение, что шаги сзади. Блин, нифига тут все скользкое, мокрое. Эй, кто там есть? Подождите. Огонь, кажется, не уходит никуда. Ребят, здесь кто-то здесь светил. Что-то я никого не вижу. Странно. Кто мог светить? Ну, пойдем дальше посмотрим. Так. В общем, я уже основательно выбился из сил. Надо находить место. По-моему, вот здесь самое оно будет. И дров дофига здесь валяется. И вот здесь вот площадка хорошая. Вот деревья какие вокруг. Очень смотрится эпично. Ладно, место вроде неплохое. Вот здесь и будем жечь костер. Так, ребята, собрал вот такое вот костровище из веток. Но ветки, правда, сыроватые. Вот, поэтому, может быть, и не загорится. Но у меня на этот случай есть такая вот хорошая вещь. Это сухое горючее я всегда с собой беру, чтобы удобно было разводить костер из мокрых веток. Дешево и сердито. И даже когда не сможешь найти ветки, то всегда можно подогреть на сухом горючем. Блин, а куда оно делось-то? А, вот оно. Короче, вот такое сухое горючее. Очень интересная вещь для туриста. Ну и, конечно, беру с собой вот такие вот батончики фруктовые и протеиновые. Пока вот я на них и все время иду. Перекусываю. Ну вот такая тушеночка есть, сейчас подкреплюсь, и будет мне счастье, и пойду с новыми силами дальше. Фу, ребят, костерчик нормально разгорается, уже начинает тушеночка закипать.
Ой, каша. Пепел маленько надо убрать отсюда. О, нормально. Сейчас поем. До последнего тянул, не ел. Как узнал, как понял, что заблудился, блин. До последнего решил дотянуть вот эту вот не есть консерву, подкрепиться в последний момент. Да, тепло такое от костра идет. Я уже порядком устал, и не только устал, но и промок. Ноги промочил. И, по-моему, скоро будет дождь, судя по всему. О! Походу там кто-то есть. Ветки хрустят. Что за фигня? Блин. Тут может шариться. Вот у меня постоянно не покидает ощущение. Ух ты! Вы слышите это? Походу там какие-то зверина какая-то. Глаза светятся. А мне-то здесь деться-то некуда. Надо головешку какую-нибудь, что ли, кинуть в ту сторону. Головешкой пугнуть. И главное спиной не поворачиваться. По-моему, глаза метнулись сейчас в сторону. Как мерзко все-таки светятся глаза животного ночью. Блин, дождь пошел. Ёкарный бабай. Вокруг какие-то твари. Куда идти, непонятно. Самое гнусное, еще и дождь начинается. Я сейчас промокну окончательно. О! Ребят, смотрите. Опять огонь светится. Ну-ка. Интересно. Так, надо. Где он опять? Точно вон. Сейчас рюкзак по-быстрому надо собрать, короче. И идти. Смотреть, что там такое. Здесь, короче, ловить нечего. Дольше оставаться смысла нет. Вокруг. Зверье какое-то шарится. Все прогорел. Уже и головешку не кинешь. Ладно. Пойдем на свет. Так, вон он. Может быть. Кто там светит? Подождите меня! Мне надо спросить у вас дорогу. Короче, опять поднялся на гору, но никого не нашел. Но, по крайней мере, здесь есть какая-то звериная или чья тропа, не знаю. Блин, колючки, ветки цепляются за рюкзак, за одежду.
Уже все штаны задрал. О, бля. Вот тут какая-то звериная тропа прослеживается. Именно отсюда светили. О, бля. Ребят, дождик разошелся не на шутку. Я уже почти промок. Блин, бесконечная гора какая-то. Туман начинается, блин. Ну, звери, кстати говоря, слава богу, куда-то делись. Ой, интересно, кто это был? Уже какой раз фонариком светит. Когда прихожу на место, куда-то исчезает. Что за свет? Непонятно. О, бля, а дождь-то как разошелся. Дождевик почему-то с собой не взял. Обычно всегда он у меня. В рюкзаке в этот раз почему-то не взял. Ну, потому что погода была солнечная. Ладно, идем дальше. Ребята, после того, как дождь меня вымочил полностью до нитки, начался какой-то адский туман. Капец, куда идти, хрен знает. Нифига не видно. Что такое? О, впереди, кажется. Кажется, опять тот свет впереди. Сейчас же, бляха-муха, опять подойду. И свет этот исчезнет. Что-то мне кажется, или я вижу следы человека. Вы не представляете, как это радует. Сейчас хрен знает сколько уже намотал. Кстати говоря, время сейчас без 20:10, и это время без 20:10 дня. А сраная ночь не заканчивается. Точно следы людей. Дорога какая-то или что это, фундамент? Ё-моё! Короче, ребята, я на какой-то объект наткнулся. Походу, это какое-то заброшенное здание. Нифига не видно. Так, сейчас сделаем обзор этой заброшки. Посмотрим, кто там мигал. Больше чем уверен, что я никого опять не найду, не встречу. Чуть на штырь металлический не напоролся. Ребята,
даже себе представить не можете, как я рад видеть надписи краской на этом дурацком заброшенном здании. Это значит одно. Что я, походу, вышел к людям. По крайней мере, кто-то здесь уже ходит, рисует на стенах. Ну и где я вышел, интересно. В пределах маршрута ничего подобного не должно было быть. Стены есть, ни крыши, ни остатков, кровли рухнувшей нет. Блин, как колено болит. Туман очень эпично смотрится, но мне, если честно, уже не до этого. Как обычно, откуда-то отсюда светили, и я опять никого не вижу. Но мне интересно все-таки, что это за свет был, и почему тот, кто светил, не показался ни разу. Как-то все время ускользал. Построенное в лучших традициях сталинского ампира. Да, вот такой вот дворец какой-то заброшенный в джунглях. Но здесь очень много следов, кстати говоря. Какие-то фантики, бутылки валяются, надписи очень много. Это место должно быть известно местным жителям. А это значит, что я выбрался наконец-то. Нашел выход. Что я хочу сказать? Видимо, до богини Фортуны добираться я сегодня не буду. Добраться бы мне до какой-нибудь дороги, поймать машину и добраться до дома. Главное понять, где я нахожусь. Все-таки где же этот персонаж, который светил? Ребят, я так устал, что мне уже далеко до лампочки, куда пропали туристы. Вообще пофигу. Хотя, с другой стороны, пропасть не могли куда угодно. Вот когда я с горы спускался и соскользнул, где ударился коленом, скатился практически на заднице. В тот момент, когда я остановился, я увидел, что передо мной за кустами пропасть. Так вот, я к чему это говорю. Туристы запросто просто могли вот в таком же тумане просто куда-то сорваться в пропасть. И все.
и внизу ущелья их хрен кто найдет. И искать даже там никто не будет. Что-то тут кафелем покрыто. Вообще места интересные. Что за место интересное? Прям такое эпичное. Капец, как будто. Опа. Все-таки кажется, там кто-то есть. Но я все-таки думаю, что тот, кто светил, это не просто бестелесная какая-то сущность, а кто-то, кто имеет руки-ноги. Оно заброшено. Похоже на какую-то то ли баня, то ли кухня, хрен знает, кафелем покрытая. Но самое главное, что меня радует, то, что здесь повсюду надписи. А значит, я сейчас найду дорогу. Уже как ни крути. Капец. Но то, что сейчас время 10 часов дня, судя по моим часам, а все еще ночь, это, конечно, напрягает, непонятно. Я периодически, время от времени, смотрел на часы, то есть они работали. Не было ни часа, скажем так, чтобы я не обращал внимания на часы. То есть все нормально. Часы отмеряли время, как положено. Ну да, ощущение было, конечно, такое, как будто... Ух ты, нихера себе, ё-моё! Глубина, лифтовая скважина, куда она идет? Да что, под землю идет, что ли, этаж? Несколько этажей под землю. Хрена себе. Надо аккуратно быть. Короче, ощущения у меня были, что время как-то странно тянется. Когда уже должен был быть рассвет, я еще обратил внимание, когда часов 7 утра было по часам. А рассветом и не пахло. А сейчас он туманище, капец. Вообще неба не видно. Все исписано, блин, бальзам на душу. Чтобы я еще раз пошел в такой поход. Хотя я уже зарекался однажды. Ни хрена, что-то не могу понять. Здание-то какое-то огромное. Блин, тут кругом везде лабиринты такие. И везде тупиком заканчивается. Я, по-моему, заблудился уже. А, нет, вот, окошко есть. Блин.
через зазеркалье. Все, надо наверх убираться. Я уже заблудился, что в какой стороне находится. Это реально огромное здание непонятной конструкции. То ли идет кругом, по кругу как-то. О, покрышки. Форма здания какая-то необычная, не квадратная, не прямоугольная, какая-то круглая, что ли. Тишина гробовая. Что-то мне это здание напоминает, блин. Но определенно что-то напоминает. Интересно, туман, его прям видно, как он падает, как дождь. Как дождинки, только очень мелкие. Первый раз вижу такой туман густой. Как декорация к фильму ужасов. Какое-то огромное здание. Она как обливает.
Все здание облепили, обвили лианы. Летучая мышь. Что-то у меня на протяжении всей этой экспедиции летучие мыши попадаются. Смылась куда-то. Вот тут замурованная дверь. Кладка такая древняя. Кстати говоря, так я ведь никого и не увидел, кто светил. Как обычно. Ну, в общем-то, после того, как я уже несколько раз видел, что кто-то светит, я уже не удивляюсь. Кстати говоря, напрашивается такой вывод. Всякий раз, когда я не знал, куда идти, когда или дорога раздваивалась, точнее, тропа расходилась, я наблюдал это самое свечение странное. Напрашивается такой вывод, что мне кто-то помогал. Не знаю, кто это, лесной дух или дедушка Ау. Ну, факт. Железобетонный. Здание здесь обшарил, но так никого и не нашел. Что же мне напоминает это здание? Блин, ребята, прям не скрываю радости, я, кажется, знаю примерное место этого здания. И самое интересное то, что это находится практически в 60 километрах от того места, куда я должен был выйти, от богини Фортуны. 60 километров по лесу и горам ночью шарился. Теперь точно я не пойду к этой богине Фортуне, как-нибудь потом. 60 километров еще раз пройти уже не в моих силах. Да и нахрен не надо мне это уже. Как я здесь очутился, это огромная загадка. Не могу понять. Хоть убейте, не могу понять, как я тут очутился. Где грёбаное утро?
вопросов здесь, конечно, очень много возникло. Я бы все-таки отнес все это происходящее сегодня со мной к какой-то аномалии странной. Ладно, буду искать дорогу и выбираться отсюда. Буду искать дорогу. Она должна быть обязательно здесь, к этому зданию подходить. А там, глядишь, и попутку поймаю. Везде обрывы. Не мудрено, что туристы исчезли. Вот так вот запросто оступился. И будьте здоровы. Блин, а какое дерево ужасное. Где дорога, блин, которая подходит к нему? Выход-то должен быть на дорогу здесь. Очертания веток в этом тумане смотрятся просто ужасными. Все-таки ощущение чьего-то присутствия меня не покидает. Интересно, дорога, главное, идет вокруг здания. А от него не отходит. Но ведь не может же быть такого. Вот эта плита. Здесь я вышел к зданию. Уже вокруг обошел. А дороги-то, которая отходит от здания, нет? У меня такого точно быть не может. Где-то я пропустил по-любому. А, вот она, в самом начале. Все, вот она, нашел я дорогу. Фу, ну все, ребят. Фу, ребят, запарился в гору лезть. Ну ничего, осталось совсем немного. Гора очень крутая.
и затяжная. Вот по таким камням, скалам карабкаться приходится. Вот где познается физическая подготовка. Я подготовлен не самым худшим образом. Как-то стараюсь все время тренироваться. И то ощущается. Да, надо больше тренироваться. Блин, километр уже точно карабкаюсь. Ну ничего, это все компенсируется с лихвой, шикарными видами. Фу. Птичка какая-то поет. Гора, наверное, градусов 70. Еще немного, и я доберусь до цели. А цель у нас сегодня — загадать желание и пожелать всего наилучшего подписчикам, ну и развитие канала. Желание это, скорее всего, сбудется, потому что я доберусь до богини Фортуны. У нее надо покрутить колесо, колесо фортуны, и тогда все желания сбудутся. Так что, ребята, загадывайте желания, я за вас тоже покручу. Блин, листья везде дубовые, дубовая роща, дубы колдуны, что-то я их не вижу. Или не узнаю. Фигня. Еще немного, еще чуть-чуть. А где-то в Сибири минус 20. Вот такая несправедливость.